Это на всю кровь? Да. Вот здесь тоже кровь. Голова у нее будет. Голова здесь. Пострадавшую госпитализировали в местную районную больницу. Затем при помощи вертолета санавиации переправили в Пермь. Сохранить ей жизнь не удалось, сообщили в региональном Минздраве. Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками при Каме была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью». Известно, что задержан подозреваемый местный школьник. Между тем, по информации источника издания «Комсомольская правда», в компании было трое подростков. Елена Иговцева, Дмитрий Гаврилов, Олег Романов, телевизионная служба новостей.